Всех приветствую на канале «Все о стиральных машинах и бытовой технике». Сегодня поговорим о трех лучших средствах для стирки мембранной одежды. Ну вот лично для меня, как бы я для себя рейтинг уже составил, и для меня на первом месте стоит средство Nordland. Это, конечно же, не порошок, это гель для стирки, да. Вообще, как бы не советую использовать порошки, потому что они плохо вымываются из ткани, ну вообще откровенно не портят мембранную ткань, особенно ту, которая с пропитками идет. Также не советую использовать такие вот гели, как Ласка, например. Вот я себе буквально испортил одежду данным средством. Не хочу, конечно, заниматься антирекламой, но вот говорю чисто по своему опыту, что я Лаской больше стирать не буду. Значит, Nordland — это вот как бы лучший вариант, потому что никаких вообще проблем, то есть очень долго одежда ходит, ничего с ней не бывает, то есть выдерживает очень много стирок и пропитка остается целой. Значит, на втором месте это как бы средство чуть-чуть похуже, называется она Burtisport. Как бы оно немножечко даже подороже идет, чем Nordland, но на мой вкус оно как бы ему уступает по качеству. Не знаю, это, говорю, чисто субъективное мнение. Ну и чисто субъективно тоже на третьем месте у меня идет гель для стирки Synergetic. Ну как бы, почему я еще выбрал Nordland и поставил его на первое место? Потому что это средство, оно более универсальное. В том смысле, что я им стираю и пуховики, например, и наполнитель пуховиков, он не склеивается. А вот остальные средства, там Burtisport или Synergetic, ну у меня так получилось, что все-таки с наполнителем были некоторые проблемы. Я еще раз говорю, возможно, это субъективно, может быть, я где-то с дозировкой ошибся. Разница между этими средствами, она, в общем-то, невелика. Но вот мое личное предпочтение – это Nordland. Поэтому именно я его и поставил на первое место. Как бы, если вы не согласны с моим там мнением, пишите комментарии, мы как бы учтем обязательно ваше мнение в будущем. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх, жмите на красную кнопку подписаться под видео. И удачи вам!